И йоу, чуваки, вы на канале BeePixel, с вами, как всегда, Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем новое граффити в нашей тетрадке по клеточкам. У нас здесь идет тетрадка по клеточке, кто не знает, ребята, я завел новую тетрадку по клеточке, здесь 12 листов идет, и здесь мы рисуем разные граффити, ребята, здесь уже нарисовано целых 4 граффити, посмотрите, они крутые, также вы можете их тоже перерисовать себе свою тетрадку, заводите тетрадку и рисуйте. Сегодня мы на этом листе прямо здесь напишем слово Пози, ребят. Пози один из топовых блогеров, играющий в Майнкрафт и в Бравл Старс. Поэтому мы сегодня будем его рисовать никнейм. Также можете предлагать свои идеи в комментариях, что бы мне еще нарисовать. Я постараюсь для вас это обязательно нарисовать. А также, ребята, подписывайтесь на мой второй канал, потому что Пиксель, ссылочка будет в описании. Там я рисую Пиксель арты, ребята. Пиксель арты, так что заходите, смотрите, там сейчас еще больше рисунков будет выходить. Поэтому погнали, ребята, рисовать Пози граффити, погнали. Так, подставляем что-нибудь, я сюда, видите, подставил свою штучку, чтобы не перепечатывалось на тот листик, чтобы было все идеально. Хотя иногда, видите, вот перепечатывается что-нибудь. Так, ладно, окей, поехали, рисуем Пози. У него, знаете, более такие фиолетовые цвета идут, такие розовые, поэтому мы возьмем какой-то розовый цвет сначала. Вы можете же взять не розовый цвет, а карандаш, к примеру, или какой-то любой другой цвет. Я лично беру розовый. И погнали. Пишем букву П. Вот такенскую. Просто вот такую вот, ребята, П нарисовали. Далее добавляем букву О. Вот тут кружочек. Букву Z. Кстати, у него две буквы Z идет. Так. Одна буква так будет идти, другая вот так будет идти. И буква И, естественно. Вау. Вот так вот, ребята, выглядит крутотейший уже просто смотрится. Теперь мы этим же розовым цветом будем закрашивать сразу же. Давайте-ка посередине. Вот так вот середину всю закрашиваем. Без суда и следствия. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вот так вот, ребят, посмотрите, как круто. Что тут? Так, окей, теперь берем более темный. Фиолетовый или же синий, там тоже уже на ваше усмотрение. Чего хотите, такое берите. Я лично беру более фиолетовый цвет. И погнали. Сверху, ребята, и сразу же снизу закрашиваю. Вот так вот. Настолько я мощный, сразу с той стороны закрашиваю. Ребята, обязательно предлагайте своих граффити-художников. То есть, не граффити-художников. Хотя можно и граффити-художников. В общем, ребята, если вы хотите какие-то классных блогеров, чтобы я нарисовал их никнеймы или же чьи-то никнеймы, напишите об этом в комментариях. Обязательно пролайкайте те комментарии, которые вам понравились. Так я буду точно знать, что именно рисовать. Потому что вы можете предлагать много классных идей, но если лайков на них не будет, то смысл мне рисовать, если вам не подходит, да? Так, окей. Теперь мы берем просто фиолетовый. Нам все фиолетово, и поэтому мы берем фиолетовый. И, знаете, слегка вот так вот наводим здесь, вот здесь, вот здесь, вот так вот чуть-чуть. Вот такими вот фишками. Ну, так не сильно закрашиваем, но вот так вот чуть-чуть закрашиваем, да? Тут и тут. Вау. Так, отличненько. Теперь берем черный фломастер и закрашиваем, ребята. То есть наводим линии здесь. Вот так вот у нас получается. Выглядит просто пушечно. Просто пушечно, мне нравится. Не знаю, как вам, но мне действительно очень сильно-пресильно нравится. Так, теперь я добавляю еще, знаете, вот эти объемности. Давайте вот отсюда начнем. Вот сделаем вот так вот. Как бы наискосок. Здесь доворачиваем, здесь еще доворачиваем. Здесь сюдымба. Здесь еще такие вот полосочки. Здесь мы видим, что буква О идет. Значит, мы здесь вот отсюда закругляем. Здесь мы вот так вот проводим, потому что у нас здесь соприкосновение. Все, это как бы есть. Теперь мы с вами берем, ребята, какой цвет? Какой лучше взять цвет? Давайте-ка возьмем, наверное, можно зеленый взять, будет круто. Давайте, короче, зеленым, да. Зеленый будет вообще пушечно. Берем сначала более салатовый, более самый светлый цвет. И закрашиваем здесь все салатовым цветом. Кстати, ребята, мы можем взять вообще желтый даже цвет. Подождите-ка. Вот мы вот так вот закрасили, да? Теперь берем желтый фламинго, желтый цвет. И, короче, сейчас поболее толстый возьму. Так, вот тут поставим прямо посередке. Вот так вот делаем. Вот так вот посередине, где есть.
тут чуть-чуть, и здесь, вот здесь вот. И теперь опять берем салатовый цвет, салатовым цветом мы добавляем вот здесь вот эти штуки, тут, вот так вот. Стараемся зайти на желтые вот эти штучки, стараемся не зайти. Там у вас как, ребята, получится, не обязательно полностью копировать, как у меня, потому что... Это ваше индивидуальное граффити, и вы рисуете его, как вы считаете нужным, и как вы его тоже видите. Я просто даю, знаете, как бы вам идейку такую. Так, вот так вот, смотрите, воу-воу-воу-воу, просто пушка. Теперь мы берем более темно-зеленый цвет. Где у нас темно-зеленый цвет? Берем-ка мы его, и тут чуть-чуть добавляем темно-зеленого, здесь темно-зеленого, здесь темно-зеленого, вот так вот. Вот таким вот образом, чтобы у нас выглядело просто вау. Тут чуть-чуть, тут, бомбиссимо, белиссимо, брависсимо, брависсимо. У нас что, брови здесь? Так, тут тоже есть, тут тоже и тут тоже. Вау, it's amazing, ребята, это просто невероятно. Теперь, ребята, посмотрите, как оно уже классно выглядит. Нам осталось тут, что сделать? Давайте еще раз возьмем фиолетовый, и где у нас есть белые вот такие вот цвета, видите здесь, где у нас белые ошметочки такие, мы тут поставим просто вот так вот, просто закрасим вот так вот, да. О. Все, отличненько, что мы делаем далее? Мы берем с вами correctors, babies, и сделаем блики. Вот здесь поставим блик. Можно делать блики, можете не делать, если у вас корректора нету, то ничего страшного, можете не делать, но с бликами, естественно, будет, конечно же, поярче. Тут поставим вот здесь, естественно, здесь и, естественно, здесь. Вау, ну выглядит просто пушка, выглядит же просто пушка. Тут. Вот так вот, ребят, просто мощь. Мощно, сочно, красовищно. Так, и мы, естественно, можем сделать здесь еще обводку. Ну, какого цвета? Можно сделать голубой цвет, можно сделать черный цвет. У нас черный, в принципе, цвет и есть. Так, какой же цвет мне сделать здесь? Даже не знаю, ребят. Давайте синий, голубой. Давайте голубой. Будет просто пушечно. Голубой пушечный цвет будет. Просто квас будет. Какой-то квас. Так, окей. Закрашим здесь все голубым цветом. Подтеки. Да, подтеки делаем. Так, обводочку сделали, и сейчас именно идут потеки, про которые я и говорил. Вот здесь, и вот здесь. Ребята, выглядит просто мощнейшимо. Все, смотрите-ка, как все выглядит круто. Вау! Пишется пози, выглядит просто атасно. Выглядит просто балбезно и обалдезно, и крутотезно, и все в этом роде. Ребята, обязательно предлагайте каких еще... бравлеров сюда нарисовать или же майнкрафтеров, пишите комментарии, будем рисовать с вами новые граффити. Ну а на этом все, ребята, всем пока, до скорой встречи, всем пока, ребята, всем пока.